Сегодня для меня самого мой голос звучит непривычно. Последние месяцы я не веду концертов из-за гастролей в испаноязычных, прибалтийских, восточных странах. Уже привык, что звучит только музыка. Сегодня говорю за много месяцев впервые. Я в студию сегодня отправил не играть в городе два раза одну и ту же программу. Сегодня будет очень много знакомой музыки. В такое плавание, да еще в Уфе, я пускаюсь впервые. Только что приехал позавчера из Пекина, я играл сразу две программы. В одной из них целый час, совершенно новая, но для Уфы точно новой музыки. Эту часть программы я поберег, наверное, для будущих своих приездов сюда. А сегодня, что я буду играть, даже скрыто от меня самого. Я сразу приготовил несколько направлений репертуара. Посмотрим, что мне захочется сегодня сыграть. Вот отпустила я себя сегодня. Но первую пьесу уже знаю точно. Сегодня утром с Александром Михайловичем, когда мы приехали сюда, я прошелся по этим святым музыкальным покоям, вступил в этот зал. И почти два часа провел в обществе моего друга Рафаэля Юсовича. Сегодня знаю, что первую пьесу я сыграю высоко. Бах, орган для прелюдии, фуга, си минор. Thank you.
Баха через 100 лет после его смерти. Информация эта столь популярна, что даже, может быть, не стыдно не говорить, что сегодня много детей в зале. Я скажу еще раз, что имя этого автора, оно одно из самых популярных во всем мире. Почти каждый человек на планете знает его музыку. Не все знают его имя, но музыку знает точно. Это человек, написавший свадебный марш. И через 100 лет после смерти Баха в архивах Лейпцигской библиотеки он обнаружил старые рукописи. Так Йоганн Себастьян Бах, а это была его музыка, родился второй раз. Теперь мы его знаем. Благодаря этому человеку. Имя его Феликс Мендельсон. Звучат две песни без слов. Весенние песни и Брянт. Thank you.
Америки в самолете я слушал записи. Все песни Владимира Горовица, кассету, которую там купил. И вот первая пьеса, которую я тогда сделал, это был «Рак Цимарш», «Лист Горовиц». Первая пьеса, которую я снял, с записи Горовица, расшифровал, записал на ноты. Следующая уже была «Безе Горовиц», «Кармен Вариаций». А «Рак Цимарш» был первым. И вот сегодня звучит эта пьеса. «Лист Горовиц», 15-я рапсодия, «Рак Цимарш». Thank you.
Следующие три пьесы, они так и оказались у меня неразделенными никакими другими произведениями. Сколько я не играю, в последнее время, особенно часто, они всегда вместе. Это какой-то настолько непознанный мистический романтизм, влекущий как по ту сторону жизни, необычными эмоциями, необычным содержанием, за простыми названиями, вполне понятными, все остается тайной. Как и тайна для меня остается, почему они появились в моем репертуаре. Ведь я не звал эту музыку, не искал ее. Сама пришла. Первая из них – это фортепианная миниатюра Эдварда Грига. Ручьё. Смерть.
человека будет будильник. Он уже вроде одну ногу ставил, пришел на работу, работал, вернулся домой, на самом деле никуда не ходил, так и поспал свою работу. Так первый номер в свете, как и в виде детей, он дает дела, называется «Не добудились». Будильника не пугаться. Итак, китайцы могут пугать, а вас предупреждают. Будет очень долго. Соберитесь. Thank you.
Лизе Горовец. Кармен вариаций. Thank you.
Thank you.